Картины, глиняная посуда и другие поделки, созданные особенными детьми, отправились к новым хозяевам. В инжиниринговом центре Набережно-Челнинского института Казанского университета прошла благотворительная ярмарка «Мир наполнится любовью». Собранные средства будут вложены в ремонтные работы для создания пространства, в котором люди с инвалидностью 18+, пожилые люди, люди, нуждающиеся в помощи, будут получать помощь, поддержку, с ними будут заниматься, их будут обучать самым начальным профессиональным навыкам, которые в дальнейшем они смогут реализовывать в своем профессиональном поприще и зарабатывать. Мы должны любить и иметь сострадание тех, кто рядом, особенно если люди как-то под каким-то вот жизненным ситуациям оказались вот такой не очень хорошей ситуации. Причем, к сожалению, это ведь не от них зависит. Поэтому я очень благодарен, что вы сегодня собрались. Надеюсь, что сегодня вы что-то для себя познаете новое. И самое главное, поймете, что мир большой и люди очень все разные. Инициатором мероприятия выступили Центр лечебной педагогики «Чудо-дети» и Набережно-Челнинский институт КФУ, представивший площадку для его проведения. Ариадна Кугушева, Универньюз. We'll be right back.